13 июня. Память священномученика философа Арнацкого, протоиерея. Философ Николаевич Арнацкий родился в 1860 году на погосте Новая Ярга Новгородской губернии в семье священника. Окончил Новгородскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1885 году рукоположен во диакона, а затем во священника ко храму в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» при детском приюте в Санкт-Петербурге. Стал членом общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви. Позднее служил в разных храмах. Будучи очень деятельным по характеру, батюшка принимал участие в устройстве богоделин, сиротских приютов и городских ночлежек. При его активном участии в Санкт-Петербурге и его окрестностях было возведено 12 храмов. После захвата большевиками власти в Петербурге протоиерей-философ выступил с докладом, сказав, что «разбойники взяли власть и управляют нами, затронута святая святых русской души, святая церковь, пора духовенству объединиться с народом». 11 августа 1918 года батюшка был арестован вместе с двумя старшими сыновьями. Многотысячная толпа верующих собралась, чтобы добиться освобождения своего пастыря. Однако в ту же ночь всех обреченных на смерть протоиерея-философа, двух его сыновей и более 30 офицеров вывезли на берег Финского залива. «Ничего, ко Господу идем. Вот, примите мое пастырское благословение и послушайте святые молитвы». Встав на колени, священномученик-философ спокойным и ровным голосом прочитал молитвы на исход души. Все были расстреляны.